Всем привет, с вами Пушистый Биткоин, и сегодня мы рассмотрим проект под названием Omnitude. Это проект, который базируется на платформе Hyperledger. Задача, которую ставит перед собой Omnitude, это внедрять блокчейн-технологии в сферу розничной и оптовой коммерции и корпоративных систем, которые связаны с созданием логистических платформ. Основная продажа токенов начинается практически через месяц, 28 марта, и продлится до 25 апреля. Здесь вы можете зарегистрировать свой email-адрес и получить подробную инструкцию о том, как принять участие. На сегодняшний день глобальный рынок электронной коммерции очень сильно развит, и в будущем он будет только развиваться. И основной оборот сейчас приходится именно на онлайн-магазины розничной торговли. Но все-таки эта отрасль постоянно сталкивается с достаточно серьезными проблемами. Например, около половины интернет-магазинов сообщают о финансовых потерях при внедрении в существующую структуру нового программного обеспечения. И при оплате онлайн потери интернет-торговцев от мошенничества достигают 0,5% от валового объема продаж. Потери продавцов от злоупотребления кредитными картами приближаются к 20 миллиардам долларов в год. И мошенничество с идентификационными данными законных держателей карт тоже наносит значительный ущерб свободной торговле. Запуск платформы Omnitude поможет решить эти проблемы и достичь определенных целей. Платформа планирует внедрять честные и прозрачные системы учета на производстве и в цепи поставок. Также максимальное снижение возможности мошенничества будет организовано в электронной коммерции, внедрение уникального идентификатора пользователя для применения на любом сайте, интернет-магазине и так далее, и помощь в интеграции блокчейн-технологий в корпоративные системы, такие как ERP, ВМС. Как я уже вначале говорила, Omnitude будет построена на основе Hyperledger, открытого глобального совместного проекта, который организован фондом Linux. Hyperledger – это протокол блокчейн, который позволяет осуществлять транзакции B2B и B2C. Архитектура Hyperledger состоит из основных протоколов блокчейн, на которых будет базироваться экосистема Omnitude. То есть субъектами платформы будут такие участники. Это интернет-магазины, розничные покупатели, оптовые поставщики, производители товаров и логистические компании, различные филиалы и отделения крупных розничных сетей. Omnitude планирует разработать альтернативный механизм оплаты на основе внутренней криптовалюты. Проектом разрабатывается внутренняя валюта под названием ECOM. И она будет служить базовым средством расчетов на платформе. Использование Omnitude в качестве средства взаимодействия между функционирующими системами позволит максимально быстро развернуть приложение на базе технологии блокчейн без необходимости замены существующей инфраструктуры. То есть все расчеты будут проводиться при помощи токена ECOM. Преимущества использования взаиморасчетов между участниками на основе криптовалюты – это практически мгновенные транзакции, и все записи будут храниться в блокчейне Omnitude, и в результате всего этого будет экономия на валютно-обменных издержках между контрагентами разных стран. Есть еще один механизм платформы под названием Omnitude Identity, сокращенно OID. Он базируется на блокчейн и применяется для обеспечения идентификации и подтверждения достоверности репутации пользователей. Уникальный OID будет присвоен каждому участнику экосистемы, и на базе этого можно будет применять алгоритм доказательства взаимодействия. В блокчейне будет записана каждая транзакция, которая сделана определенным OID. Наличие у каждого участника личного OID позволит бороться с еще одной проблемой онлайн-торговли – это поддельные отзывы о товаре или услуге. То есть будет создана система экономического стимулирования, основанная на распределении токена ECOM для активных участников экосистемы. Это всего лишь несколько примеров пользы внедрения Omnitude в электронной коммерции.
Если вы хотите узнать более подробно все, так сказать, изучить все нюансы, то рекомендую вам ознакомиться с технической документацией. Ссылку на white paper я вам приведу в описании. Ссылки также все есть на официальном сайте. Вот, например, здесь сверху ссылки на социальные сети, на Twitter, Facebook и Telegram-канал. К ним я тоже рекомендую сразу подписаться, чтобы следить за всеми обновлениями и вести, например, обсуждения в Телеграме, вы можете и задавать свои вопросы. И, конечно, для разработки платформы планируется привлечение средств через первичное размещение монет, то есть ICO, которое стартует, как я говорила, уже 28 марта. Общая эмиссия будет составлять 100 миллионов монет. 50% токенов будет выделено на основное ICO, 12% пойдет команде, 33% в фонд Omnitude и 5% выделено было на предварительное ICO. На основном этапе ICO цена за один токен будет составлять 46 центов. И планируется собрать где-то до 20,5 миллионов долларов. Этап ICO будет разделен на 5 этапов, и после чего все непроданные токены будут уничтожены. Инвестировать можно будет в биткоине и в эфириуме. Также для участия в первом раунде продаж будет необходима регистрация по принципам QAC. Максимальная сумма инвестиций в каждом раунде от одного человека будет ограничена 50 тысячами долларов. В общем, в описании под видео я предоставлю ссылки на white paper, на необходимые ресурсы. Ознакомьтесь, изучайте и решайте, стоит ли вам инвестировать в данный проект. Времени, в принципе, еще достаточно, и можно все досконально изучить и совсем подробно разобраться. На этом я хочу закончить свой видеообзор. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте, что все ваши инвестиции происходят лишь на ваше усмотрение. Желаю всем хороших заработков. Всем пока!